В 2015 году округ получит 3 миллиона на привлечение в сельскую местность врачей. Распоряжение правительства России о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам, переехавшим на работу на село, подписал Дмитрий Медведев. Всего в рамках федеральной госпрограммы развития здравоохранения регионам планируется выделить более 3 миллиардов рублей. Это позволит дополнительно трудоустроить более 6 тысяч врачей в медицинские учреждения в сельской местности, повысить доступность медпомощи жителям населенных пунктов и рабочих поселков. Средства предоставлены на основе заявок субъектов федерации. На долю Ненецкого автономного округа придется 3 миллиона рублей. Предполагается, что единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей на одного специалиста будут выплачиваться медработникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году или переехавшим из одного населенного пункта в другой и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта. Данные меры позволят привлечь в села нашего региона 6 специалистов.